Кого вам угодно? Катерину Маслову. Вынести Маслову в контору. Вы ко мне? Я хотел видеть вас. Похоже, да не признай. Я пришел за тем, чтобы просить у тебя прощения. Я дурно, я гадко поступил. Прости меня. Присядьте здесь. Я знаю, что вам трудно простить меня. Но если нельзя поправить прошлого, я теперь сделаю все, что я могу. Как? Скажите. А как-то вы нашли меня? 3-го дня я был присяжным. Вы не узнали меня? Нет, я не узнала. Мне некогда было узнавать. Я и не смотрел. Скажите мне, ведь был ребенок. Тогда же, слава Богу, помер. Как? Как, от чего же? А я сама была больна. Чуть не померла. Как это тетушки вас отпустили? Кто же станет горничную с ребенком держать? Как заметили, так и прогнали. Что это говорить-то? Я этого ничего и не помню. Я это все забыла. То все кончено. Нет, это не кончено. Я не могу этого так оставить. Я хочу хоть теперь искупить свой грех. А нечего искупать-то. Что было, было и прошло. Тоже все кончено. А теперь вот осудили каторгу. Я знал. Я был уверен, что вы не виноваты. Ну да, известно. Я не виновата. Что же я, воровка? Что же я, грабительница? Знаете, у нас там в камере, говорят, все от адвоката зависит. Говорят, куда-то там надо прошение подать. Только они, говорят, дорого берут. А у меня да, нет ничего. Да, непременно. Ведь я уже обратился к адвокату. Ого, благодарю вас. Только надо не пожалеть денег. На хорошего. Я все сделаю, все. Ну, все, что только, конечно, можно будет сделать. Благодарю вас. Хочу вас попросить. Пожалуйста. Денег, если можете. Мне немного, мне 10 рублей. Больше не нужно. Если можно, то дайте. Денег? Да, конечно. Денег. Послушайте, при нем, при надзирателе, то не давайте. А когда он отойдет? Катюша, я пришел к тебе попросить у тебя прощения. Ты мне не ответила. Простил ли ты меня? И простишь ли ты меня когда-нибудь? Чудно. Что говорить? Катюша, зачем ты так говоришь? Ведь я же знаю тебя. Ведь я же помню тебя тогда там, у нас, по ноль. К чему это? Старое вспоминать? Я вспоминаю только за тем, чтобы загладить, чтобы искупить свой грех. Кончайте свидание. Прощайте.
Мне еще многое нужно сказать вам, но, как видите, теперь нельзя. Я приду еще, и вот тогда скажу очень важное, что мне нужно вам сказать. Вы ближе для меня, чем сестра. Чудно. Чудно. То, что сказал Катюша Нехлюдов, вызвало ее в тот мир, в котором она страдала и из которого ушла, не поняв и возненавидев его. Она теперь потеряла то забвение, в котором жила, а жить с ясной памятью о том, что было, для нее было слишком мучительно. Она достала за деньги вина и опять напилась вместе со своими товарками, как в первый день после суда. Знаешь, Фенечка, бить человека они не имеют права. Нет такого закона, чтобы им разрешалось всем. Да подожди. Какого закона? Ты скажи своему, вот это будет лучше закона. А я скажу. Он теперь живет. Правильно. Дяденька, дорогиха, а я не выпей. Нет, бабушки, я не пью. Да ну выпей, тебе говорю. Дорожиха, выпей. Михайловна, не пью. Не пью. Господи Иисусе. Ну, Михайловна, за твое здоровье. Еще выпей, еще Налей-ка еще вина. Посетителю. Должно он. Он не забудь сказать про нас. Что не мы подожгли, а он злодей. И работник видел. Он души не убьет. Ты ему скажи, чтобы Митрия он вызвал. Митрий ему все как на ладонке расскажет. А то что же это такое? Заперли нас в замок, а мы и духом-то ничего не слыхали. А он злодей там пьянствует с чужой женой, в кабаке сидит. Незаконно это, ты ему скажи. Меньшова, я скажу. Катюша, милая, попроси ты его, попроси голубушка. Она поговорит. Скажу. А не что, выпей,
еще. Я делилась для храбрости. Михайловна, выпей для храбрости. Доктор, Катюша, не забудь сказать, что ни слова, ни слова. Адью, мадам. Оревуар, мадам. Привез вам подписать прошение. Адвокат составил прошение, надо его подписать. И мы пошлем его в Петербург. Все нас. Ну что ж, можно и подписать. Все можно. Простите, простите, капитан. Можно вот здесь подписать? Иди, садись. Вон перо. А ты грамоте-то умеешь? Я когда-то знала. Пожалуйста, пожалуйста. А где подписать? А вот здесь, внизу. Имя, отчество и ваша фамилия. Имя, отчество и ваша фамилия. Да. Катерина Михайловна Маслова. Так, простите, простите, пожалуйста, совсем забыл. Нужно еще ваше звание. И звание? Да. И звание сейчас. Мещанка. Больше ничего не нужно? Нет. Все? Нет, нет. Мне нужно кое-что вам сказать. Скажите. Вот если это прошение не выйдет, то мы подадим на высочайшее имя. Мы сделаем все. Ну, все, что только, конечно, можно будет сделать. Ну, конечно, конечно, как бы у меня раньше-то адвокат-то хороший был бы. Все бы другой был бы. А то что же? Что же вот? Это-то будет. Совсем дурачок был. Он мне все, знаете, так вот комплименты говорил. А, конечно, как бы тогда-то знали, что вот с вами я знакома. Тогда бы все бы другое бы и было бы. А то как же люди думают, такие, как я, все воровки. Я приехал к вам, чтобы спросить. Я не забыла. У нас, Дмитрий Иванович, у нас в камере сидит одна старушка. Ох, она такая чудесная старушка. Она ни за что сидит. Ни за что. И она, и сын. А все знают, что они не виноваты. Они не виноваты. А их обвинили, что они подожгли. Вот они сидят, сидят. Вот она узнала, что я с вами-то знакома. Она и говорит мне, скажи, говорит, ему, пусть, говорит, он сына вызовет. Он, говорит, им все расскажет. Вот Меньшова их фамилия. Что, вы сделаете? Да. Ух, какая старушка теперь. Вот прямо сейчас видно, подобра. Голубчик, похлопайте. Да, да. Да, хорошо, ну, хорошо. Пожалуйста. Я сделаю, да, я... Вы не забудьте. Нет, я узнаю. Я вам буду очень благодарна. Мне вот только о своем деле хотелось поговорить с вами. Вы помните, что я вам говорил тогда, в тот раз? Вот в тот раз-то очень много говорили и не помню. Я говорил, что пришел просить вас простите меня. Ну что это, вы все простите? Да простите, это лучше во всем. Раз навсегда. То я, раз. Я хочу загладить свою вину. И загладить ее не словами, нет, нет, а загладить делом. Я решил жениться на вас. А это еще зачем понадобилось?
Я чувствую, что я перед Богом должен это сделать. А это вы? Какого же там Бога нашли? Вы все это ни к чему говорите. Бога! Какого Бога? Вот вы бы когда-то бы помнили бы про Бога-то! Успокойтесь. А мне нечего успокаиваться. Что, думаешь, что я пьяна? Да, я пьяна. Но я помню все, что я говорю. Я каторжная сволочь. Я девка. А ты барин, князь. И нечего тебе со мной марать. Ступай к своим княжнам. А моя цена красненькая. Как бы жестоко ты ни говорила, ты не можешь сказать того, что я чувствую, не можешь себе представить, до какой степени я чувствую свою вину перед тобой. Чувствуешь свою вину? А вот тогда-то ты не чувствовал, а ты мне сунул 100 рублей. Вот твоя цена. Знаю. Ну что, что ж теперь делать? Вот теперь я решил, что я тебя не оставлю. И что я сказал, то я сделаю. А я тебе говорю, не сделаешь, нет. Катюша. Уйди от меня, я каторжная. А ты парень, и нечего тебе тут быть. Ты что, ты мной хочешь спастись? А ведь ты же мной-то в этой жизни услаждался. Так ты что же, мной же и на том свете хочешь спастись? Катюша. Противен ты мне, и очки твои, и жирная, поганая, вся рожа твоя. Уйди! Ты что? Уйди! Ты что сказали? Оставьте, пожалуйста, оставьте. Не так можно. Подождите. Я вас прошу. Чтоб не забывалось. Катюша, ты мне не веришь. Не веришь, да? Что вы... Жениться-то на мне хотите. Не будет этого никогда. Я повешусь лучше. Вот вам. Я все-таки буду тебе служить. Это ваше дело. А только мне от вас ничего не надо. Это я вам верно говорю. Зачем? Зачем? Я не умерла тогда. Оканчивайте свидание. Катюша, вы теперь возбуждены. Вот если можно будет, я завтра к вам приеду. А вы все-таки подумайте об этом. Подумайте.